Егор Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как вы попали к нам в учебный центр? Через знакомых подсказали, зарегистрировался. Все очень удобно, классно. Маршрут прописан. Как вам наш курс? Курс замечательный, много интересных фактов. Последние исследования приводились, пример оборудования новейшее. То есть, ну, в целом, интегрирование в новизны в полной мере. Что-то удалось попробовать руками? Да, конечно. Швы менисков на манекенах специальных с оборудованием Карла Шторц. Как вы считаете, такие курсы можно рекомендовать другим докторам? Однозначно. Это курсы, где сочетается теория и практика, соответственно, они достаточно полезны любому специалисту, как и теоретического амбулаторного звена, так и хирургического, ну, просто для того, чтобы понимать, с чем имеют дело. Семен Андреевич, расскажите, откуда вы и как вы узнали о нашем курсе? Я из города Орла, работаю в детской областной больнице, МКМС имени Круглый. У нас целая операционная оснащена вашим оборудованием. Вот. В принципе, оттуда и узнал, что и по артроскопии проводятся такие курсы. Вот. Захотелось, записался и вот так попал. Свободное время было. А как вам курс? Что удалось попробовать? Курс отличный, лекция очень понравилась. Поэтому ехал на начальный курс артроскопии, потому что шов мениска, чтобы изучить. Потому что резекцию как бы проводил у детей. Не так часто, но бывают повреждения мениска. Вот, хотелось обучиться как раз шву мениска. Удалось попробовать на муляжах. Отлично, лектор все объяснил, показал сложные швы мениска. Вот, и в принципе приеду, буду пробовать уже у себя техники. Наталья Владимировна, расскажите, пожалуйста, откуда вы и как вы узнали о нашем курсе? Я работаю врачом-травматологом-ортопедом в Староскольской больнице Луки Крымского. О курсе узнала от заведующего, он ранее проходил тут обучение. Работает полностью на стойке Карл Шторц и очень доволен. Он мне посоветовал пройти, вот приехать на обучение. Как вам наш курс? Что удалось сделать, что удалось узнать? От курса я в восторге, потому что получилось пройти обучение на виртуальных тренажерах, причем несколько раз вне очереди получилось вот сделать. Очень понравилось, много полезной информации. И самое основное – это тренажеры, обучение. Как считаете, можно ли рекомендовать данные курсы другим докторам? Всем. На 5 из 5. Сегодня прошел базовый курс по артроскопии коленного сустава. Алексей Александрович блестяще выступил с лекцией, с практическими занятиями. Ребятам удалось потренироваться как на виртуальном тренажере, так и на пластиковых манекенах. И я рад анонсировать вам 24 марта базовый курс по пластике передней крестообразной связки у нас в учебном центре Карл Шторц. Алексей Александрович, спасибо. Вам слово. Спасибо большое. Как сказал Денис, меня зовут Березин Алексей Александрович. Я рад такому интересу со стороны врачей, таким талантливым врачам, которые были на курсе. Было куча вопросов, на которые, надеюсь, мы ответили и будем двигаться дальше. Тогда до следующей встречи в марте на курсе по базовой технике реконструкции передней крестообразной связки.